Сел в автомобиль и поскакал. Вот такое мнение бытовало в Соликамске в отношении наших дорог. На сегодняшний день так можно описать лишь некоторые участки в Соликамске. В последнее время за ремонт дорог в городе взялись основательно. В этом году планируется отремонтировать 122 тысячи квадратных метров автомобильных дорог Соликамского городского округа. Уже заключены все муниципальные договоры. Это южная часть города, проспект Ленина, улица Привокзальная. И мы сейчас с вами вот находимся на улице Революции. Это дороги северной части города. В Боровске компания «Химспецстрой», которая выиграла тендер на ремонт соликамских дорог, также ремонтирует, а где-то уже и отремонтировала дорожное полотно. Заменили асфальт на самых, так скажем, популярных участках дорог. Завершится же ремонт уже к 26 августа, а вот самая главная дорога Боровска по улице Северной уже проходит приемку. Значит, улица Северная – это муниципальный контракт, который был заключен в 2015 году. Он у нас переходящий контракт. Работы физически выполнены. Значит, сегодня производится приемка. У нас там два контракта. Маленький участок от магазина Фрунзе до улицы Комсомольской. Он принят. Вот. А участок от улицы Комсомольской до Айсберга, этот участок автомобильной дороги еще не принят. Данная дорога пока не прошла экспертизу качества, которая уже проводится, сообщают в управлении капитального строительства. В целом в этом году почти все дороги города были приведены в нормативное состояние. Теперь дело за главным – проверка качества дорожного полотна и новая разметка на новой дороге.